У меня такой вид сегодня странный. У меня кровь из носа. Я помыла челку, не голову, челку только. И всем привет, я Арай. Добро пожаловать на мой канал. По описанию этого видео вы поняли, что я собираюсь на каток Алау. Я, кстати, уже по идее опаздываю. Я должна была проснуться в 8:30, но проснулась в 9:10. Сеанс у нас с 12 до 2. У меня с голосом немного не то, потому что мне по утрам всегда с голосом что-то не то. Сейчас буду кушать, потом выбирать, что мне надеть, потом одеться. Я, кстати, оденусь в свой зимний пуховик, зимние сапоги, зимнюю шапку, все зимнее. Очень тепло оденусь, потому что на улице -23. Зима, холода, а я думала, сова. Зима, холода, а я думала, сова. А мы идем на каток. Ладно, если мы будем где-то здесь недалеко, да? Но не ехать туда час на автобусе. Троллейбус горит, ты у меня осталось две поездки на следующий автобус. Вон он на подходе. Я буду дома вовремя. Чувствую, что я вот так буду. Холодно. Наблюдайте. Файный лук, есть водолазка, трико теплый, соколовки теплые, а сверху нее я надену вот эту вот кофточку. Уже 10:13, я должна была выходить все 13 минут назад, но я жду, пока наушники зарядятся. Я накрасилась BB-кремом и немного сделала губы. И, в принципе, выглядит все вот так вот. В общем, я не успела ничего снимать, я опаздываю. Я вот вышла, выхожу уже в 10:20, должна была в 10 выйти. Блин, у меня тут фальгит, вот тут рюкзак. Слушай, я ничего не чувствую. У меня зимние сапоги, зимняя куртка, зимний шар, лошадка зимняя. Надеюсь, я не замерзну. Просто посмотрите, что со мной. Это я только дошла до остановки. Только 10 минут ходьбы и уже вот так вот. Итак, я села на один автобус, уже вышла. Сейчас иду на другую остановку, к другому автобусу. Прикиньте, я такая выхожу с автобуса, как кто-то написала. Вон то предыдущее видео. Вижу, как мой 37-й автобус уехал. Я такая, ё-моё. И сейчас буду ждать другой 37-й. Вот он через 7 минут тоже приедет. Подожду его. Очень холодно, очень холодно. Думаю, это видно, да, по мне? Подожду его сейчас в теплой остановке. Йо! Мы уже в Алау! Мы встретили... Ой! Мы встретились. Мы, конечно, странно немного встретились. Ну как? Это немножко... Ну типа... Я не знаю, короче. Мы идем брать коньки Мире, потому что Мира коньки не брала, а я и Мире коньки брали. Вот мои коньки. Вот коньки Мирей. Мы зашли. Ух ты. Я тут первый раз. Знаете? Я тут первый раз. Серьезно? Красиво. Пойдем быстрее. А вот тут нельзя? Вот тут. Нет? Катаются. Они профи.
Мы уже тут одели коньки. Вот у меня такие вот коньки. Ой, Мира взяла на прокат, а у Миры вот такие коньки. Мы все, мы зашли на лед. Теперь мы будем кататься. Мы покатались на этом детском, на этом большом и в этом профессиональном. И что я могу сказать? Я могу сказать то, что профессиональным очень страшно. Вот так просто немножко приедешь, и там такой человек тебе едет, такой сразу бум! И ты такой вааа! Короче, мне было страшно в профессиональном, и мы сейчас, наверное, пойдем этот большой, я большой хочу. Потом сейчас ждем, когда что-то там Мире принесут. Она что-то себе купила, я не буду покупать сейчас. Эй, собрайся, давай. Мы купили цитрусовый чай. Да. Я не буду покупать это. Потому что Мира такая добрая, она купила Маргариту. Пиццу. Нам всем. Обошляла. Ну, это так мило. Вообще Мира крутая. Очень классная. Они катаются на коньках. У меня ноги болят пока что. Ну, я устала. Пока что сижу. И, соответственно, еще охраняю наше место. Потому что столик наш, мы заняли его. Руки вот и займут спон, да? Они сейчас сделают круг, потом вернутся. Потом похаваем и снова будем кататься. Мне здесь нравится. Мне здесь первый раз, честно, первый раз. И мне здесь очень нравится. Вот чаёк. Сейчас вот это сюда положим. Вот чай, и вот чай, и вот мохито. Который делали тысячу лет. Сначала про него забыли, мне сейчас его сделали. Давай, отпусти. Хорошо, давайте. Мой мальчик упал. Рай. Вот она. А, рай. Сейчас. Что, чаёчек? Закончился? Да, закончился. Ой. Всем привет. Пока.
Пошлите на большой каток. Пошли. Короче, ребята, это трэш. Мы такие тут катаемся. И тут какие-то пацаны подходят и тупо наши напитки с Мирой выпивают. Прикиньте, они стояли на столе, и они просто идут и пьют. Это же ненормально. Они, короче, убежали. Они убежали. Мы их на катке нашли, сказали, типа, заплатите. Ну, типа, они убежали все равно, потом они сказали, что, типа, вроде заплатят, но они, типа, не подходят и платят. Короче, какая-то херня происходит. А еще тут очень холодно, все, останавливаемся, все. Все, окончено. Очень, очень холодно. Мы уже выходим. Вот это все закончилось. Вот я пацаны, которые выпили, они что, какие-то тупые? Честно, они какие-то вообще странные очень. Выпили чужие напитки, еще убегали, думали, что окажутся безнаказанными. А деньги скинули всего лишь 100 тенге. Это вообще капец. Хотя вот этот чай, который у меня 600 тенге, а у Миры мохито чуть больше. Они очень странные. Хоть бы 1000 скинули, нет, 100 тенге, очень странные. Почему мы сразу мегу не поехали? Так надо. Выйти с автобуса, я потеряла девочек. Тут много людей вышло. Но мы приехали в мегу. О, я их нашла. Я их потеряла. Мне вот это вот нравится. Они такие крутые. Такая штука всегда классная. Пам-пам. Пам-пам-пам. Ой, я девочек потеряла. Ну ладно. А, нашла. Так, я ищу перчатки. Мне нужны перчатки, но тут нет перчаток. Ну ладно. Сейчас буду искать, если нет перчаток, то будет грустно. И будем искать где-нибудь еще перчатки. Тут так много вещей классных. Я в шоке. Например, вот это вот очень классно, мне нравится. Я бы ее купила, но она короткая. И на весну-зиму. Вот эти вот водолазки прикольные. Вот эти, кстати, такие яркие тоже, крутые. Вот там что тут еще? Тут, по идее, много что. Вот пальто классное тоже. Но это все не мой стиль. У меня немного другой стиль. Вот такой. Ладно, шучу. Мне вот такие вот шапки всегда нравятся. Но она какая-то, ну, знаете, вот этот... на... не на зиму, а на весну-осень. Тоненькая такая. А мне нужна плотненькая, шпла теплая. Мне вот такие вот тоже нравятся. Но носить их я не хочу. Мы зашли в спортмастер. Потом. До этого зашли в золотое яблоко, я там губы накрасила. Немножко неровно, но мне было страшно. Я что-то быстро пак-пак-пак сделала. Пак-пак-пак быстро сделала и все. Вот, сейчас перчатки. Перчатки. Мы отдыхаем. А, вы снимаете? Я зависла сейчас. Мы уже вышли, сейчас идем на остановку, будем уже ехать домой. Перчатки мы не нашли, я куплю в другом месте, найду где.
Мирей уехала. Да. А мы там наш автобус. Очень холодно. Пар сильно идет изо рта. Мы сели в автобус. Ты, на тебе солнышко светит. Красиво, у меня просто карие. Чем мне не помните? У нее вылетает каска, у меня тоже вылетает каска, когда я стюард пытаемся сделать. А здесь Мира вышла на своей остановке, а я иду дальше. Я купила перчатки вот такие вот. Точнее, варежки. Вот такие варежки я купила. Они, правда, очень теплые. Я хотела себе теплые и симпатичные варежки. И вот такие вот я купила. Фух, я дома. У меня болят плечи и спина из-за того, что у меня был рюкзак и сумка, в которой были коньки. Сумка у меня была, получается, вот так вот. И вот это вот плечо у меня сейчас очень сильно болит. Все, всем пока. Всем желаю удачи, хорошего дня и всем пока. We'll be right back.